она выводила его на первых этапах его карьеры, а уже дальше он перебрался к Михаэлю Хуту в Оберсдорф, потом в Америку, потом закончил. Семнадцать лет этому молодому фигуристу. Далекая позиция, надо ближе, мне кажется. Ну, да, Дмитрий Соловьев все понимает в танцевальных позициях. Расправить плечи. Уверенно начал. Заявлен тройной аксель. Посмотрим. Это вызов. Двойной? Нет, только двойной. Бывает такое, что задача меняется во время соревнований, когда тренер видит, как выступают соперники и подсказывает, каким образом мы действуем в данной программе. Возможно, увидев, что происходит в предыдущей разминке и в этой разминке, ему сказали, просто чистенько катаемся, уверенно, делаем свои элементы, попадаем в произвольную, а там делаем 5 четверных. Неплохой флип, кстати, да? Обратили внимание, очень высокий такой, как говорят фигуристы, хороший баллон. Да, да, как будто есть запас, на который можно уже цеплять еще один оборот. Но у него и его персональный рекорд 69-39, который он получил на Таллин Трофи в 2018 году. В общем-то, не маленький результат, если по сравнению даже, да, если даже вот по сравнению с Александром Селевко. Сейчас где-то так вровень с ним и станет, по идее. Сейчас должны... нет, тут уже добавились за дорожку шагов баллы. Сейчас вращение. Дорожка только второго уровня. Но я обратил внимание на то, что он немножечко небрежно ее пролетел и не особо внимания уделял элементам. Тем не менее, нет, молодец, молодец. Очень уверенно. И начал хорошо, и прыжочки у него такие с запасом. И вот, ну, видим Томаша, который доволен, улыбается. В прекрасной форме Томаш находится. Я думаю, что сейчас запросто могу надеть коньки и в этом своем пиджаке выйти. Всегда. Нет, пиджак бы он снял. Он любил в рубашках черных кататься.